И вы терпите? Мы привыкли. К дракону можно привыкнуть? Можно. Он очень добр. Что ж он такого доброго сделал? Ну, как вам сказать, он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство, и он избавил нас от цыган. От чего он вас избавил? От цыган. Ну что вы, цыгане очень милые люди. Цыгане?